Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. И я приготовил для вас необычный вкусный рецепт приготовления скумбрии. Я знаю, что вы очень ждете моих рецептов, именно необычных, простых. И, конечно же, чтобы конечный результат был просто бомбический. Сегодня, друзья, готовим скумбрию необычно, вкусно, к любому празднику или просто на ежедневный стол для семьи, для гостей, неважно. Главное, что это блюдо очень вкусное, ароматное и, конечно же, красивое. Начинаем готовить. Поехали. Так, я взял две скумбрии. У меня она упругая, хорошая, вкусная. Не очень жирная, это самое главное. Берите скумбрию или среднюю, или мелкую. Она более достойна именно к этому рецепту. Так, рыбку я уже очистил. Голову отрезал, плавнички, хвост, хребет, кости. Все, рыбка у меня готова. Готовим маринад. Нам понадобится чайная ложка соли с горкой. Пол чайной ложки сахара. Сухой гранулированный чеснок, 1 чайная ложка. Также берем смесь перцев, пол чайной ложки. Также натираем немного цедры лимона. Я натру где-то половину. И хорошенечко это все перемешаем. Теперь нашими специями хорошенечко смазываем нашу рыбку. Какие ароматы вкусные. Шикарный чесночок, лимон. Просто бомба. Обязательно втираем все специи в рыбу. Распределяем хорошенечко, чтобы вся тушка была в специях. Теперь нашу тушку скумбрии соединяем вместе. И отправляю на пищевую пленку. Одного слоя пищевой пленки мало, поэтому добавляю еще. Как можно плотнее прижимаем рыбу. Вот таким вот образом у нас должно получиться. Что мы делаем дальше с рыбой? Она у нас замаринована, уже все упаковано. Дальше мы ее отправляем в холодильник на 4 часа. Вытаскиваем с холодильника и отправляем на 4 часа в морозилку. А дальше посмотрим. Ну вот и все. Время прошло. Разворачиваем и нарезаем. Как вытащили с морозилки, пускай постоит минут 5. Больше не нужно. И уже можно нарезать. Именно в мороженом состоянии нужно нарезать. Почему? Потому что она проще и легче нарезается именно тонкими ломтиками. Ну вот и все, дорогие друзья, скумбрия готова, очень красиво, к любому празднику, я думаю, такая рыбная нарезка будет кстати. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и не забывайте делиться с друзьями. Я с вами прощаюсь, до следующего видео, всем пока-пока.